Слушай, на самом деле издалека и с закрытыми глазами в темноте вообще песня ровно, без пузыриков, как мы любим. Всем привет! Сегодня у нас 28 число, июнь месяц. Мы находимся в Питере, в Санкт-Петербурге, на нашей базе. Собрали, в общем, мы свои машины. Газель, ВИЗ, Т5, прицепчик. Накидали туда кучу оборудования. И едем мы на трек-дэй в Яхраму. Для вас это будет вся дорога вот так, одна секунда. А для нас, я думаю, часов 9 плодотворной езды. Погнали! Пока мы остановились, у нас начищенные машинки, я хотел бы вам показать новую фишку, которую сделали мы. Ну как новую? Для нас новую. Мы сделали собственный ящик, своими силами сами вырезали, согнули, спроектировали. Ну только купили замочек, он в принципе стандартный. Даже сами покрасили, сами сделали кронштейны, выбрали какой-то оптимальный размер. Это ящик на газель. Вот он висит у нас. На раме, посмотрите. Не знаю, выглядит прям вообще круто. А он закрыт или нет? Нет, тут закрыт, да? А, в бардачке ключик. Ну ладно, это мы все покажем на фестивале. А так просто идеально. Выглядит пушечно. Единственное, переживаем, что не отпесочит ли его там со временем. Но это намного лучше. Он прям максимально герметичный. Это... намного выглядит прикольнее, мощнее, такой прям силовая конструкция относительно вот пластиковых ящиков. Ну, не буду называть фирму, к которым все привыкли. Они тоже крутые, но мы решили сделать что-то свое. Так как частые клиенты – это газелисты, то почему бы не сделать вот такую крутую вещь? Приходите, смотрите, может, вам понравится, захотите купить. Хорошая примета. Был на зоне бунт, под варку тою где-то. Был в
той зоне бур. Там два авторитета, и в тыкву превратится в полночь красная карета. Хорошая примета, хорошая примета. Был бунт и кутерьма, шумела вся тюрьма. Читал братве роман, драма, буйна голова. Шатала голова режим, и дальше не росла трава. Летели с плеч погоны, лес рубили на дрова. Был на зоне бунт, под варку тою где-то. Был в той зоне бур, там два авторитета. И в тыкву превратится в полночь красная карета. Хорошая примета, хорошая, хорошая. Был на зоне бунт, под варку тою где-то. Был в той зоне бур, там два авторитета. И в тыкву превратится в полночь красная карета. Хорошая примета, хорошая примета. Готовы? Все идет? Все слышно? Все нормально? А, ну это реклама. Ну... Что надо делать? Короче, Евгений Федосов. Так, нет, стоп, куда машину везти? Я готов. Нет, тебе понравилось? Конечно, это то, что я вот мечтал. Это реально, да, все. Да, вот так, ты этого ждал? Я этого ждал 2 года. Оно готово. Оно усилено на всех максимальных местах, ничего не сломается. Все, я вот где самый слабый стоит, все усилено. Все, вези им, либо мне, либо мне комплект, либо я тебе машины. Да. Мне эвакуатор готов. Все, отлично. Мы просто вот привезли для спроса. Нужен ли спрос? Нужен. Но уже нужен. Народу много. Нужен. И передок. Нужен. Перед тоже без пружин полностью? Вообще нету пружин. Вообще. А как она себя ведет? Просто. Как Мерседес из класса, да? Вот я на ней доехал с Питера до сюда. И это просто песня. Ну, я тебе говорю, она мягкая, никакой ни кочки, ничего. Ее не шатает. Она вообще просто идеальна. Ну, а так для красоты в пол ложится. Не для красоты. Ты когда берешь эвакуатор, как у меня. Ну да, нужно. Ты пол уронил, у тебя да, машина да, заехала, да, ты ее поднял. Это прям. А сколько она веса поднимает? Допустим, если я загружу там туда 3 тонны, поднимет. Она даже не просядет. Не, понятно. Она даже нет, даже не. Не, если ее спустить, а потом поднимать. Поднимет и больше, намного больше. За 3 тонны далеко. Ну, наконец-то. Все, я готов ставить. Это прям вот все, сразу везу. Клиент за полчаса. Да, да, сразу. Вопрос, камеру снимают. Вопросов нет, снимает? Нас друг друга. Он снимает нормально. Не, вопросов нет. Давно еще. Это Артур, который был недоволен нами, но мы примерно поговорили все вместе и пришли к чему-то, ну, адекватному общению. Все? Это, наверное, самое главное, рукопожатие и все. И больше, типа, не ссоримся, не обзываемся. Ребят, скоро будет новая. Ну да, будет. На газели, она уже обкатывается. Скоро будет полноценная пневма. Все, все, отлично. Ну как все проще решилось? Вообще. Сейчас опущен. В принципе, сел нормально. Блин, ну я не видно. Я вам поднимаю.
О! Вот это было нормально. Это удобно. Нормально, нормально. Ну и что, как оно стало? Лучше, мягче, лучше? Да мы не за мягкости, мы хотели его просто опрокинуть. Просто уронить? Да. А-а-а. Не получилось. Ну нет, я говорю, если бы еще лист убрать, то... Надо теперь на Мерседес, на вот тот сделать. На какой? Вон. Только надо его посадить. Ну а что? Ну, нужно смотреть, что там, технически это интересно, возможно. Нет, возможно ли, нужно смотреть. Я хозяин КамАЗа и Мерседес. Ну, нужно для более, типа, детального понимания, вот он, пошел. Че, не знаю, слышно или нет, но на вот этом КамАЗе, который сейчас только что снимали, стоит уже наша пневма. Он падает, он опускается. Но тут человеку нужно было именно, чтобы он падал, он листик выкинул. А здесь также хотят поставить пневму именно передок. Вот как раз Андрей Анатольевич туда залез. Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем вердикт. А звук-то пишется? Пишется звук. Меня слышно? Андрей Анатольевич, ну что? Надо думать. Возможно ли? Картер близко, защита. Защита близко. Только если отбойник убирать, мне кажется. Он какой вид такая, просто, ну, отбойник такой. Там площадка непонятная. Такое ощущение, что там стоит какие-то головы. Нет, там хитро выебанная площадка. Там либо, ну, можно делать просто новую площадку, дорого. А она, скорее всего, это литье обычно. Ну, видишь, как он, ну, там. Да. Вдоль карта. Все близко. Ну, либо выносить, ну, можно думать, но... Так, прям сразу... Сразу сход... Либо как на прицепе делаем половицу, и здесь подушку. Да. Нет, чтобы тут что-то делать, нужна машина нам, привезти ее на замеры. В Питер, чтобы она как скаталась. А мы в Питере. А, ну и все. Мы нужно... Ну и все. Нужно... Первый на транзит покупали. Нужно просто заранее созвониться с ребятами-менеджерами, и чтобы приехать на замеры, чтобы машинка приехала, и все. Так будет удобно. Все. Можно в понедельник просто набрать. Давай. Спасибо за срочность, что это. Все. Да, спасибо. Все взаимно. Да, на следующей неделе. Ну, мы вернемся, да. Мы на Ростов и мы. Но... через неделю. Хорошо, без проблем. Ну что, надеюсь, сейчас меня слышно получше. Давай чуть-чуть как-то подведем небольшой итог. У нас как-то начала не было. Смысл-то в чем? Мы вчера Меня опять не слышно, скорее всего, но надеюсь, что чуть-чуть будет слышно. Вчера мы приехали с Питера, ехали очень долго, выехали в 8-9 и приехали в 8 вроде только сюда, пока разложились, поставили машины, доехали до домика, который сняли. И сегодня утром вот полны сил, да на самом деле очень сильно устали, приехали сюда, выложили остальное оборудование и вот рассказываем людям, что такое пневма, но много кто нас знает. Даже люди нас смотрят, узнают, знают компанию, даже знают меня. И, кстати, мы решили провести небольшой конкурс, такой розыгрыш, что нужно прийти к нашему пресс-воллу, который вот там, Тёма сейчас покажет, сфотографироваться, выложить историю или к себе, можно на страничку отметить нас. И мы разыграем, я думаю, завтра вечерком подобьем все и разыграем комплект пневмоподвески. Либо, если у кого-то есть пневма, не знаю, подарим систему управления. В общем, что-то придумаем, но надо сделать красиво. Все люди тут добрые, все отдыхают, все довольны. Надо этому соответствовать. Поэтому конкурс все с нас.
Мир, ножечка вообще прям песня. А что за полуприцепная? Из зерновоза? Я зерновоза, да. Все, ну, сейчас зерновоз... я перестроился, вот сейчас шмидт штору взял, на обратном пути зацепляю и гружусь домой. Подъемная ось стоит там? Да, да, да. Все нормально? Подъемная ось, но палетника нет. Ищу палетник, нашел Челябинск, он там что-то не особо хвалит, два парня. А то мы бы свое предложили, подъемные ось, механизмы. Ну, это есть ли красота? Ну, по-моему, подъемная ось, но педаль как-то работает. Не, у нас она работает. Не, ну у меня тоже на зерновоз, у меня от кнопок. Ну у нас не с кнопки, у нас с крана. Может, переднюю ось не надо на пневму? Да, мы тут взяли новое направление. У меня четырехосные все зерновозы. Не, я про тягач. Я искал, честно говоря, искал долго, я искал полгода, чтобы пневма была. Они идут все с высокой крыши. Мне высокая крыша, ну не вариант, я не захожу. Нет, ну понятно. Спойлер нужно снимать, я бы высокую самую взял. Но мы в дополнение именно ставим, то есть к штатным рессорам. В смысле, эту можно переделать на пневму. Но там сколько? Там два листа сейчас стоит? Или трехлистовой, наверное, он? Два. А рессору? Да, 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 к рессоре. Нет, чтобы она... Чтоб ложилась? Нет. Да. Ну, тогда лист убирать, она грубо говоря. Мягкая очень. А, ну вот. Она пневма, сама кабина. Я понял, да. Я думал, она надо будет переделывать и как сканер. Не, у нас обычно вот запрос на вольвую фашку, они говорят, у нас слишком низкая. Наоборот, мне наоборот, чтобы я спойлер не снимал, чтобы наоборот, она легла у меня. Да, я зашел, его снимать очень сложно. Я понимаю. А какой год она? 23-й. Вообще она девочка. Хорошее приобретение, поздравляю. Спасибо, ребят, большое. Я рад знакомству. Я тоже. Все, спасибо. Эй, все. Потом скину видео. Да, обязательно. Все, честь имею. Ну что, у нас время почти 6 часов вечера. День у нас оказывается прям селюпле. Да какие проблемы. День у нас оказывается прям критично плодотворным, очень много народу, нас действительно, как я уже сказал, узнают. Мы даже успели продать какие-то комплекты, хотя это не планировали, мы что-то брали с собой, просто чтобы показать. Но люди, так как знают нас, хотели приобрести, и вот мы здесь, и в моменте они даже кто-то что-то купил. На самом деле очень сильно устали, хотя вот говорю, 6 вечера, еще завтра целый день впереди, и сегодня нужно доработать часиков, я думаю, что до 10, до 11 будем здесь. Покажем, кстати, вечером все вот машины, которые стоят здесь на парковке, они все будут светиться. Тёма все подснимет, будет очень красиво. Я думаю, вам все понравится. Думаю, будут какие-то красивые кадры под музыку. Я думаю, вот так плавно мы перейдем на вечер. Желтая бочка, свяжитесь с нами. Для рекламы. Product placement это было. А ты записывал? А? Ты записывал? Да. Кстати, мы тут забыли. У нас есть еще же ребята, партнеры фестиваля, компания Arrive. Да. Вот.
Компания «Арайт» выделяет первым местам в малом коммерческом транспорте. Да, надо просто позвонить. Выделяет мерч и... Она у меня стоит, ваша и подвеска. И что, стоит подвеска да, уже? «Арайт», да. А что нету? Система управления есть? Да. И перетезат все есть? Да, да. Ну что ты придумай, нужно просто позвонить. Дайте хорошо. Ну, как решит победитель? Хорошо, не вопрос, дайте в другие. Второму? У кого есть, да. У кого нет. У второго места есть пневма? Есть пневма. Пневма подвеска у второго места МКТ. Я бы поменял бы. Одни нравятся? Ну тогда поменяем все, просто позвонить. Вот такие, ребята, подарки от нашего спонсора «Арайт». Просто позвони. Да. Все. И подвеска твоя. Все. Держи, Кость. Да, спасибо. Поздравляю. Спасибо большое. А что, пневма стоит-то? У меня стоит, перед ваш стоит, а ну. Жопа там, на жопе какая-то другая стоит. Жопа не наша. А как зовут все? Гена, приятно. Спасибо. Ну, это наш. Все, я понял, понял. Да. Нет, спасибо, неожиданно. Не-не, вот, спасибо первому месту, видишь, как да, он, да, вообще да, красавчик. Ну, все, стоит на него. А... Мы все поменяем. Либо приехать к нам в Питер, либо мы вышли. То есть транспортной компании можем прям выслать. Какой город, без разницы. Спасибо. А там получается все, комплект либо передний, либо задний, да? Ну, без разницы, да. Либо система управления, парень. Вот что захочешь, выбери. Просто... А система управления стоит, компрессор? Ваша стоит. Маечки. А, наша ваша стоит? Спиной, ну, с этим, с корпусами большими. Ну, да. И на перед и назад стоит. Да. Ну, все, я бы тогда заднюю очередь, а сейчас она как раз новая, она прям, ну, приятно работает, легко ставится. Все. Все, поздравляю еще раз. Спасибо, пацаны. Первое место в номинации МКТ. И что, то же самое? Да, то же самое. Все то же самое, пневма подвеска. Вы вчера сказали, что... Да, все, и это тоже от нас. Спасибо большое. Еще один победитель. Что, подарим комплект пневма подвески. Опять же, просто позвонить перед затом. Все, договоримся. Спасибо. Номер есть. Поздравляю. Молодец. Пневма подвеска от компании «Арай». Что, поздравить еще раз? Вчера так подходил. Да, да, что, еще раз поздравить? Спасибо. А, нужно будет, что, номерами, наверное, обменяться? Да, давай. Лен, пойдем. Так, а... Ваш первый. Да, давайте, 964. А куда ехать? А в каком городе находитесь? Ну, Московская область. Да, мы либо вышлем вам... И все, там назад или наперед, что-нибудь решим, что нужно. Я бы назад ставил, да. Ну и все. Вышлем на заднюю ось. Либо можете к нам в Питер приехать, мы поставим бесплатно. Может и приедем. Ну просто обычно. Да, а наберете? Да. Алексей же, да? Да. Все. Человек победил, мы подарили пневму, спасибо. Еще одну. Спасибо. Да, 7466, да? Да. Все. А, что, на самом деле можно будет просто заранее мне позвонить, не знаю, можем завтра там или там, ну, на неделе созвониться. И решите как, либо мы просто отправим, в этом нет проблем, либо приедете в Питер, выберем время и поставим. Поставить примерно, я думаю, что ребята вообще справятся там за час, может быть, полтора, то есть все сделают. Если нужно будет система, там договоримся, скидка, скидка, комплект дарим. Все, еще раз поздравляю. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо. Все, всего доброго. Поговорил. Час. Вот такой нас, вот кстати, раз. Слушай, с собой не комплект, мы можем его прямо сейчас хочешь вручить. А модернизируя то, шикарно, что да? Есть, да, да. Пойдем? Он добился таких вот успехов в своем деле. Сейчас 0290 найдем. Победитель. Все, да. Ой! О! Я же говорю, она тяжелая. Все, поздравляю еще раз. Спасибо, я побежал. Все, хороших дорог. Да, вот нас осталось уже четверо, но Тема пятый. Фестиваль Track Day 2024 подошел к концу. Нам все понравилось. Мы сделали от себя, наверное, какой-то максимум. Ну, да, на этот год. Максимум. Не максимум. Ну, максимум, на что успели быстро подготовиться. Какие-то раздали флаеры, буклетики, вонючки, шарики. Всем детям шарики. Да, вот Сергей больше всех, кстати, дарил. А что еще? Брелочки были, подарили комплекты. У нас еще впереди розыгрыш, который будет, я думаю, что в понедельник, когда мы приедем уже. И мы ждем следующего года. В следующем году постараемся подготовиться еще лучше, снять видео еще интереснее. И уже, наверное, стоять не на ярмарке, а, наверное, будем стоять спонсорами прямо около главной сцены.
Всем спасибо, что посмотрели этот видос, ну а нам пора ехать домой, нам еще 700 километров до дома. Спасибо, пока.